Меня зовут Руслан. Вы были направлены ко мне за свои грехи. А мы тут прямо перед святым Петром стоим. Закройте палубу, поделу. С какого хера вы так орете? С такого, мудаки, что ваша судьба зависит от меня. Вы попались, ублюдки. Мне похуй на чем там именно, но знаю, что попались. В ближайший месяц вы мои рабы. И лучше вам стараться, чтобы получить хорошую ебаную характеристику. А то что? Что твоя характеристика, а? Попку потирай. Завалили ебалово, бля. Вы на волоске, на ебаном волоске. Одной ногой в тюрьме, вам ясно? Хотите в тюрьму, а? Там для любят таких ушлепок. И сладких кисок любят. С какого хера ты за нее взялся? Я когда вас всех уже взялся, ясно? Так что еще раз говорю, завалили ебальники и принялись за работу.